дальностью в 1200 метров. Короткий путь пробегает поезд на малой дистанции. Но если подумать, что этот километр с небольшим родился первым в мире, что впервые на Земле маленьких пассажиров повезли настоящим паровозом юные железнодорожники по собственной дороге, большим уважением проникаешься к этой стальной и скалейной магистрали. 75-летие открытия первой в мире детской железной дороги прошло в парке Муштаид. Если в советское время Муштаид был одним из центральных парков столицы, то сейчас он уже не может составить конкуренцию современным тбилисским паркам отдыха. Тем не менее, на юбилей пришло немало школьников. Организаторы мероприятия обеспечили ребят бесплатным мороженым и соками, шоу и аттракционами. Воскресной школы имени королевы Ядвиги. Это польская школа. Мы пришли сюда, потому что сегодня 75-летие кукушки. Это кукушка, это поезд детский. И мы отмечаем вместе с детьми, мы будем петь польские песни для детей. Как раз у нас есть песня про поезд. И мы эту песню будем петь. Когда я была маленькой, Муштаид был намного популярнее. Здесь все было по-другому. Ситуация прежде всего. Конечно, Муштаид не может уже конкурировать с парками Ваке и Мтацминда. Но зато здесь цены дешевле. И для совсем маленьких достаточно аттракционов. Грузинский пионерфильм долгое время тесно сотрудничает с детской железной дорогой и был одним из организаторов юбилея. Очень интересная история, так как мы подружились в 1981 году в Сухуми, когда там проходил пионерский слет Грузии. Интересно было состав этой делегации, значит, мы поехали из Тбилиси пустым поездом, и на каждой остановке в районах заходили делегаты. Этот поезд обслуживали юные железнодорожники, а мы все это снимали. И вот тогда мы решили подружиться, и после этого идет наша дружба. Фестиваль закрыла известнейшая в советское время детская группа «Мзиури», ее новые участники. Не знаю, не знаю.